он выходит от каждого из авторов, длится, и мы не сможем отследить конец творческого пути, не сможем отследить конец вообще пути, и он объединяется в один большой клубок, который будет являться символично Украиной. И он будет находиться в том зале, который у нас будет рассказывать об Украине, который рассказывают юкрейнеры.